Здравствуйте, 20 июля, наконец-то мы выбрались за Иргой, но походу и грибочки посмотрим. Пока вижу и то, какая Ирга спелая, налитая ягода. А это лисички. Сначала пробежимся по грибам. Красавчик, мухомор серо-розовый, они у нас всегда есть. Это место всегда было богато на голубки. Она же сыроежка зеленоватая, сыроежка чешуйчатая. Традиции не меняются. Только... Ой, плохая совсем. Только бы они были не червивые. Эту трогать не будем. Вот здесь вот ярко выраженная чешуйчатость, растрескивание шляпки. И здесь тоже чешуйчатость. Вот эта вот должна быть хорошая. Она помоложе. К сожалению, ну, следующую только показать. Поле голубок выбрать из них сложно что-то, разве что вот эту крепенькая. Еще одна зеленоватая сыроежечка, плотная. Эту заберем. Здесь намоленное грибниками место, поэтому большенькие лисички выбирают. Вот такие мацюпульки часто встречаются. Вот эти большенькие я оставлю. Все равно они для меня ценности не представляют. Молоденькая голубка. Вариант беспроигрышный. Здесь поиграли червяки уже до меня, к сожалению. А, шляпка неплохая. Вырежется ножка. Мухомор серо-розовый, как модель стоит. Как же его не заснять? Недавно стала рассказывать местной женщине в лесу, что это съедобный хороший гриб. Она на меня так посмотрела, переспросила, это мухомор? Говорю, да. Она ничего не сказала и ушла. И я поняла, что попытки мои просвещения напрасный, и больше так делать не надо. Посмотрите, беленький кто-то сбил и не заметил. Это хороший знак. Значит, у нас после дождей уже пошли белые грибы. Маленький дождевичок у корней дуба. Напрасны твои, друг, чаяния. Дожди у нас уже прекращаются. Дождевик здесь не один. Вот этот вот проверю. Вот какой хороший. Видите, на пальцах у меня остались вот эти вот чешуечки верхние. Это дождевик жемчужный. Радует сегодня голубки. Еще крепкий шарик. Ой, чистый. Хорошая. Вот там еще две молоденьких взяла. Недавно в Ютубе смотрела грибников. Они советуют искать грибы возле канав. Меня улыбнуло в отношении наших мест. У нас как раз азалия, черничники, багульники теснятся к канавам. Вышла на луг, и вот это не опенок луговой. Это полевка стоповидная.
И я наконец-то поняла, почему она так называется. Видите, отросточек псевдокорня, как стопа. Цветет земля, значит, будут грибы. По грибам пробежалась, а теперь ирга. Приходите на следующее видео, будет особое варенье из ирги. Ее у нас видимо-невидимо.